Вообще у нас очень многие, которые начинают хорошо зарабатывать, помалкивают, сколько они зарабатывают. Вот, просто кого-то, скажем так, легализовали. Кому-то разрешили не рассказывать. Но если им платят, ну пусть зарабатывают. На чем мы будем смотреть чужие карманы? Свой карман смотрите. То есть надо просто зарабатывать больше, а не обсуждать буржуев, которые наворовали. Никто там не... Может быть, там, если там один там что-то себе присвоит, там 10 человек работают с утра до ночи. Я знаю тех людей, которые проснулись с утра, они уже на работе и засыпают на работе. У них голова все время на работе. Там очень высокий уровень ответственности. Понимаете, цена ошибки очень большая. Надо думать о том, как самим что-то делать, а не обсуждать других. Вот со своей семьей, со своей любовью, со своими мозгами, со своим доходом. Все.